ну, для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот, вот то, что осталось от наших братьев, которые, какие пришли нас спасаты. Вот, парни, тут колись, бля, чтобы под ногами ничего не рвануло. Вот, пушечки, и пушечки, я вам скажу, нацелені в сторону міста, не кудись. О, двигун, майже як новий. Будь ласка. Так б'є українська артилерія. А я попереджав, не хершастать. Смотрим. Вот, ось все це, що від вас залишилось на даному участку. А гаубиці наші тепер і будуть стріляти по вам, хлопці.